Что же на сегодня приготовил Нурислам Жакыпов, узнаем прямо сейчас. Мне хотелось бы что-то его, вот именно свое, слышать, авторское, а не Мирбека. Мирбека копировать. Меня сразу сперва с Мирбеком Атабековым. Изначально я вообще, я из-за него начал петь. Ламбайке сказал, что не до конца я спел, ну, типа, как это объяснить? Ну, я же в группе, я вот это учел, что я должен петь, да, вот, довести, ну, до конца довести, вот это понял. Я хочу этот стать певцом, стать, как Мирбек Атабеков, конечно. Это одна из целей, одна из мечты. When the legs on the wall like they used to before, in the calls to remember my name, in the calls to remember the man on the same, will your eyes still smile for my cheeks and tell you now we'll be loving you. Нурислам Жакыпов! Молодец, мне лично понравилось. Не знаю, как судьям, сейчас давай узнаем. В прошлый раз я ему сказал нет. Вот. Видимо, он постарался. Я, наверное, снился ему ночами. Там. Нет, Нурислам, я тебя не пропущу! Вот что значит, когда ты подбираешь хорошую песню, хороший репертуар, да, который подобается твоему имиджу. Очень приятно было твой голос, тембр слушать. Молодец. Спасибо большое. Давай. Нурислам, удачи. Увидимся позже.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.